Важной составляющей в жизни детей, а особенно мальчишек, является спорт. Выносливость, сила, ум и воля к победе. Все эти качества ребята проявляют во время игры в футбол. Во дворце спорта «Триумф» прошел слет футболистов спортивных школ и секций городского округа Люберцы. Под сводами дворца спорта собрались 180 самых юных воспитанников футбольных секций городского округа Люберцы. В рамках этого мероприятия мы проводим первый тур вновь созданной детской футбольной лиги городского округа Люберцы. Для самых наших юных спортсменов, для некоторых из них это вообще первые соревнования. Ошибается тот, кто называет футбол мужской игрой. Очередной слет воспитанников спортивных школ доказал, что этот вид спорта привлекает не только мальчишек. А мне нравится. На встречу с юными футболистами приехал чемпион мира по пляжному футболу Борис Никаноров. 5 лет назад спортсмен дебютировал в составе национальной сборной в Евролиге. Завоевал бронзовую медаль, а спустя год стал победителем Евролиги. В Люберцы я привез Кубок мира по пляжному футболу, завоеванный в этом году в Москве на домашнем чемпионате мира. И золотую медаль. Что здесь написано? World Champion. К этой победе Борис шел 27 лет. Ровно столько он занимается футболом. Сейчас ему 32. Как и все пляжные футболисты, мы начинали с большого футбола. Конечно, необходима в первую очередь любовь к футболу. Вот детишкам здесь, я так понимаю, от 5 до 8 лет, вот в этом возрасте как раз закладывается именно любовь к спорту. Пока некоторые воспитанники футбольных школ и секций общаются с чемпионом мира, берут автографы и фотографируются, в зале проходят разминки, тренировки и мастер-классы. В завершении спортивного мероприятия юных футболистов наградили грамотами, памятными кубками и сладкими предновогодними подарками. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.